Марк говорит, что мы с вами не очень-то ладили. Но мне важно, чтобы мы с вами все-таки поладили. В конце концов, у нас с вами столько общего. Например, любимый мужчина. Как ты можешь любить Марка? Ты ж память потеряла. Значит, ты сразу его встретила после амнезии. И что, влюбилась? Ну, вы же знаете, что бывает любовь с первого взгляда. Я, как только его увидела, тут же почувствовала, что это мой человек. То же самое и с Антоном. Не верите? Ну, для меня важно, чтобы Антону было хорошо. Я придумал желание. Какое? Я хочу на батуты. Мы с мамой туда ходили. Еще там можно на машине кататься. Договорились. Вы с нами? А ты думаешь, я Антона одного с тобой отпущу? Чудесно. Значит, с нами. На, вот твоя китайщина. Ты помнишь, что я люблю вок? С овощами и с грибами, по-моему. Правильно. Привет. Друзья опять на посту и опять вдвоем. Экспертиза? Угу. ДНК Стародуцева совпадает с ДНК Антона. Надя, это Мария Воронцова, сомнений нет. Ты как? Нормально. Что не так? Отцу не могу дозвониться. Ты не будешь? Нет, я ж. Как он? А как может чувствовать себя человек в инвалидном кресле? Да. До сих пор его не могу представить в таком состоянии. Да он упертый, как баран. Изобретает какие-то тренажеры, врачам не верит, занимается потом на этих тренажерах толку ноль. Нашла ему нейрохирурга, говорят, какой-то волшебник. Главное, вчера была у отца и забыла сказать. Сейчас телефон не отвечает. Так почему не его? Езжай к отцу. Давай. Давай, давай. Знаешь, я и правда съезжу. Давай. Слушай, еще хотела сказать, пока не забыла. Я была у причала, а на том месте, где нашли труп Насти. Вокруг только заброшенные промзоны, но напротив, на другой стороне реки, там вроде бы спасательная база. Я подумала, там же кто-то должен дежурить круглосуточно. А что случилось? Ну, ты представляешь, в магазин поехал за продуктами, телефон в машине забыл. Возвращаюсь, стекло разбито, телефона нет. Так что вам, товарищ следователь, еще много работы в этом городе. А я звоню, и все без толку. Так ты заявление в полицию напиши. Издеваешься? Бывший начальник УВД будет писать заявление в полицию, что у него украли мобилу? А нет, он и так старый уже был, на ладан дышал. Я себе новый куплю. Да, и симку наконец на себя оформлю. А тебя до сих пор мучило, что симка на мое имя? Нет, просто ну, во всем должен быть порядок. Ладно, оформляй на себя. Будешь как большой. Спасибо. А ты что примчалась? Чего не на работе? Прогуливаю. Из-за тебя, между прочим. Пап, я врача нашла. Профессор Корецкий. Один из лучших нейрохирургов России. Прием через 2 часа. Алин. Пап, ну почему нет? Ну, потому что был я уже у этого Корецкого. А почему не сказал? Ну, у тебя что, других дел, что ли, нету? Потом, ты знаешь, эти коновалы, они способны только из народа деньги тянуть.
Ну, попробовать-то можно? Так я пробую. Ты же знаешь, я пробую. Я все книжки прочел. Я знаю вот про это все больше, чем эти шарлатаны. Не хочу я к докторам. Слушай, какой же ты упертый. А упертый слышу. Ладно, делай как хочешь. Алин. Да я не обиделась, пап, все нормально. Пока, мне пора. Запомни, никогда не давай ему орехов. Потому что у него на них страшная аллергия. Нет, ну правда? Может быть, отек квинки? Да, да. Это да. Ужасно. Это ужасно. Да. Я надеюсь, ты поняла все про орехи, да? Да я все поняла про орехи. Вот орехи могут быть и в мороженом, и в шоколаде, и в торте. Поэтому надо тщательно. Перестаньте так нервничать. А еще можно? Ну, конечно. Нет, нельзя. Вот, вот, иди лучше покатайся. Только недалеко, Антош. Ты подкупаешь его. Подкупаешь. Нет, я просто пытаюсь наладить отношения. Каждый ребенок любит мороженое, но это не значит, что ты можешь таким путем наладить с ним отношения. Ах, так? Да, да. Да у тебя с ним вообще контакта никакого нет. А, ну, конечно. Абсолютно. Раз так, то не стоило и начинать. И Марку задурманила голову. Да, конечно, конечно. Задурманила. Еще как. Это было так сложно сделать. Слушайте, ну, раз так... Тогда, что? Наверное, не стоит и пытаться. Не стоит? Конечно. Совершенно. Я вот только что приняла решение, что с вами отношения налаживать я не буду. Не хочу. Да и не надо. Я не прошу. Я не прошу, пожалуйста. Но твоего ребенка буду воспитывать? Не будешь. Буду. А ты не учишь меня в ларе. Да вот, нет, хотя да. Несколько лет шлем где-то рядом сидел, ел мороженое, пока... Как вы вдвоем умудрились его опустить? Расскажите. Я отпустила его покататься. Нам надо было поговорить. Поговорили? Успокойся. И где теперь ребенок? Я не знаю. Господи, когда же ты уже успокоишься? Я тебе сказал, что я все решил. Да. Скажите, а Антон, это ваш внук? Да, что случилось? Подошел ко мне у торгового центра, сказал, что потерялся. Назвал ваш адрес. Я хотел его в милицию, а он уговорил меня к вам. Очень просил. Так что принимайте. Я сейчас открою. И еще 300 рублей мы накатали. Да-да, конечно, я заплачу. Ага. Давай, проходи. Они с бабушкой так ругались, я и ушел. Надоело. Это плохо? Нормально, не переживай. Давай, раздевайся. У меня есть макароны, сосиски есть. Сосиски? Да. Если он где-то объявится, у вас будет информация о нем? Да, хорошо, я перезвоню через час. Спасибо большое. Да. Вы что творите? Ребенок приехал на такси черт знает куда. Хорошо, что таксист нормальным мужиком оказался, довез. Марк, ты вообще с катушек слетел, что ли? Ничего вокруг, кроме своей бабы, не видишь? Приезжай и забирай ребенка. И учти, если еще раз что-нибудь повторится в таком роде, я все свои связи подключу и лишу тебя родительских прав. Понял? Он у деда, я поехал за ним. Я с тобой. Ну что, Антон, выкладывай, как жизнь? Я хочу жить с мамой, а папа меня не слушает. Папа сейчас немного запутался. Мама всегда со мной разговаривала. И ты разговариваешь, и бабушка. А папа только с тетей Машей говорит. Папа сейчас очень много работы. Но ты же знаешь, что папа тебя любит, правильно? Знаю, но все равно я обижаюсь. Ты ведь не отдашь меня папе? Антох, я думаю, что ты все-таки поедешь к папе.
Ты кого там нарисовал? Это мама. Похоже? Ну, слушай, вылитая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сторож? Да-да. 8 числа ваша смена была? Да, это моя смена была. А какой у вас график? Сутки через двое. Курите много? Да, никак не брошу заразу эту. А в ту смену ночью тоже, наверное, вы ходили покурить? Курил. Раза 2-3 за смену просыпаюсь. Встаю, чайку попить, покурить. Вы, наверное, про машину хотите спросить? Это про какую такую машину? Вот. Это было вот где-то около полуночи. Так. Стою я, значит, вот тут курю. Смотрю, там машина подъехала. Подъехал сразу, фару погасил. А постоял минут, наверное, 5-10. И уехал. А марка машины? Нет. Ну, большая, маленькая, джип, легковая, что-то рассмотрели? Нет, ну темно же, а потом далеко. Я и машину-то увидел только по свету фар. Вот как он остановился, фару выключил, и все, считай, его нет. А это точно 8 числа было? Ну да, у меня же график. Там обычно рыбаки останавливаются. Mm-hmm. Но рыбаки днем или рано утром, а это посреди ночи. Значит, около часа ночи? Да. Подъехал, постоял. Да. 5-10 минут, так? Да. Так. Мне только сегодня сменщик сказал, что там девушку-то нашли. А, так значит, что? Выходит, этот водитель и есть этот маньяк? Разберемся. Спасибо. Надо ехать в ГАИ. Ну-ну. Зачем? Еще раз посмотрим камеры. Спасибо. Спасибо. Да. Всего доброго. Вот машина проезжает первую камеру. Минут через 6-7, но это в среднем. Она появится в поле зрения другой камеры. И то же самое в обратном направлении. Угу. Вот смотрите на схеме. Вот одна камера, вот вторая. Где-то здесь старый причал, на котором вы нашли труп. Есть там заправки, кафе? Нет, остановиться негде. Может, поворот? Нет. Машина проезжает между камерами в среднем за 7 минут. Да. Ага. Нужен интервал с 12 до 2 часов ночи. И нужна машина, которая проезжает первую камеру и появляется во второй. В интервале больше, чем 7 минут. Угу. Больше, чем 10. Сторож сказал, что он простоял 5-10 минут. И для того, чтобы вытащить труп из машины, нужно 5 минут минимум. И в лучшем случае. Да, это будет значить, что она где-то остановилась. Я пойду за кофе. Давай. Куда он мог деться, если нет никаких перекрестков и съездов? Не знаю. Дай-ка фотографию. Четверка. Может, там все-таки есть какая-то дорога, не обозначенная на карте, не мог же он просто испариться. Вы сами доберетесь? Доберетесь. О! Шерлок Холмс и доктор Ватсон пожаловали. Где были? В кафе. Бизнес-ланч. Да? А меня на работу не пускают, говорят, ты пьяный. Я пьяный, конечно. Но, а когда это мешало судмедэкспертам работать? Это не то, что вы, да? Вы всегда должны быть трезвые, рассудительные, мать вашу, да? Олеж, давай, ну тебе надо, правда, ну проспаться. Проспаться надо. Хорош. Тихо. Ну что ты, ну? Ты виноват, сука. Вы оба виноваты.
Если бы этого урода раньше поймали, она вообще жива была. Задел, да? А знаешь почему? Потому что это правда. Идиоты, сидите, ни хрена не делаете. Сколько все, ты ловишь его? Все, Олеж, пойдем, я тебе по дороге все расскажу. Все, поехали, садись. Садись. Сколько ты ищешь его, скажи. Олеж, садись. Все, садись. Сурожный, ходишь умный. Все. Слушай, может, там грунтовка какая-то есть? Вот он по ней гоняет. Может, и есть. Давай, отвези его домой. Отвези, пожалуйста. Прости, я, конечно, сам во всем виноват. Я думал, что не люблю ее. Да хуже даже. Бесился страшно. Домой не хотел приходить, видеть ее не мог. Знаешь, бесило все. Как красится она часами. Как кривится, когда чем-то озабочен. Я бы сейчас все отдал, чтобы прийти домой. Но она там. Просто смотреть на нее. Как жить, не знаю. Зачем, не знаю. Как я хочу сказать, я тебя люблю. Только она не услышит. Еще я очень хочу отгрызть башку ублюдку, которую ты с ней сделал. Ну что, поборемся за призы? О, такси как раз стоит. Ой, какой симпатичный мальчик. Привет, я Тамара. А я Антон. А я коллега твоего папы. Ты знаешь, я могу тебе рассказать про него очень много интересного. О том, какой он честный, добрый. Может, приезжайте без меня, я буду позже. Как приезжайте? Мы же договорились. Ну, мне нужно поговорить с коллегой. Все в порядке? Да. Шоколад не покупать. Да помню. Вы что, с ума сошли? Что вы лезете в мою жизнь? Ты не платишь, я лезу. Это просто... Я вам что, банк? Так вот, послушай. Ты мне платишь 3 миллиона рублей, и я оставляю тебя в покое на 3 года. Это гораздо меньше, чем 100 тысяч в месяц. Вы что, с ума сошли? Почему? Вы что, думаете, что у меня 3 миллиона в тумбочке лежит? Только не говори мне, пожалуйста, что для тебя это большие деньги. Для меня это большие деньги. Зато у тебя будет 3 года спокойной жизни. Нет. Вы и так немного уже чего наобещали. Я вам и так плачу 100 тысяч в месяц. Этого достаточно. Достаточно для чего? Для того, чтобы я забыла, что ты уничтожил жизнь моей дочери. И то, что ты убийца. Постой. Не трогай меня, иначе я закричу.
сам приедешь? Нам без тебя скучно. Нет, я дома жду вас. Кто эта тетка, которая выбила тебя из колеи? Что ей от тебя надо? Катю, ты что ли? Кать, не так. Узнаешь? Ладно, я жду от тебя звонка. Давай. Вы ошиблись, говорю вам, ну. А почему она назвала тебя Кать? Ты же Маш. Ну, я понятия не имею, кто странное. Это. Странное. Она что, не знает, как тебя зовут? Антон, я не знаю, почему она меня так назвала. Но так бывает, что люди похожи. Но она уже ушла, ее нет. Я думала, это твоя знакомая. Антон, пошли. Она, наверное, ошиблась. Наверное. Ну что, чего-нибудь вкусненького? Почему ты поехала одна? Боже мой, ну поехала и поехала. Что значит поехала и поехала? Ты вообще понимаешь, чем это могло закончиться? Ты понимаешь, что это мог быть он? К сожалению, это был не он. К сожалению. Просто напугала мужика. Я еще с пистолетом была. В общем, зимой туда никто не ездит. Там у них какие-то погреба, место глухое. Метрах в 100 есть озеро. Мужик иногда мотается туда, проверить, что и как. Честно говоря, мне кажется, просто самогон гонит. Вот, смотри. Грунтовка, здесь погреба, там еще метрах в 100 озеро. Тут дорога не заканчивается. Чуть дальше есть выезд на нормальную трассу. То есть наш друг гоняет по бездорожью? Возможно. И значит, он сознательно объезжает камеры, знает их расположение и объезжает. ДПСник? Или полицейский. Или техник, который обслуживает камеры. Все это мутно. Да, но техников не так много. Хорошо, завтра я направлю туда ребята. Ты домой идешь? Mm-mm. Тогда пойдешь со мной в ресторан, кормить тебя буду. Не, я пас. Мне фокусник понравился. И мыльные пузыри. А то умеешь такие пузыри надувать? Вообще-то нет, но ты меня научишь. Ага. Договорились? А клоун мне не очень. Он какой-то грустный был. Ну, знаешь, может, у него тяжелый день выдался. Наверное, он встал не с той ноги. Наверное. Так, дорогой мой. Шоколад доедай, и папе ни слова, ладно? Это наш с тобой секрет. Ты меня понял? А что с тобой? Тебе плохо? Ты что так дышишь, Антош? Тебе плохо или что? Малыш, ну ты чего, давайте поедем побыстрее, я вас прошу. Хорошо, что у тебя есть лекарство. В составе есть орехи. В протертом виде. Почему ты не проверила? Прости, я вообще не собиралась ему давать. Но он очень просил. Почему ты не проверила? Я же предупреждал, что у Антохи аллергия на орехи. Прости, я забыла. Я просто не смогла ему отказать. Как ты могла такое забыть? Ты же его мать. Да, я забыла. Если ты помнишь, я вообще на какое-то время забыла, что я мать, и что у меня есть сын, и семья, и... Но я очень пытаюсь вспомнить. Ты куда? Хочу побыть один.
есть дома чего выпить? Только вино. Отлично подходит. Ты ненавидишь сухое вино. Ну, сегодня можно. Заходил наш старый Анил. Никого из знакомых нет. После того, как папа уволился, многие ушли. Кто-то на повышение пошел. Васильев, например. А где он теперь? Начальник транспортной полиции. Да-то вообще ушел из органов. О, Евдокиша. Ну, Серега Евдокимов. Да. Mm-hmm. Начальник службы охраны у Таирова. А в прошлом криминальный авторитет. Я ему всегда говорил, зачем пошел в полицию. Надо было в бандит. Видно, прислушался. Корытин в политику. Да? Да, депутат муниципального образования. А вот это мне не говорил, и тебе в бандит. Он как-то сам по собственному желанию. Хорошо, что ты вернулся. Я прошу прощения, потому что я в самом деле виноват. Я не должна была забывать о таких важных вещах. Да нет. Ты не виноват. Ты на самом деле много лет не знала, что ты мать. Ты просто забыла. Такое бывает. Значит, все хорошо? Что не так? Просто понимаешь, я любил другую женщину, другую Машу. В чем разница? Чем я хуже? Она была живая. Она устраивала скандалы, она транжирила, она делала мою жизнь невыносимой. А ты... А я? А ты как робот. Ты все время носишься вокруг меня, эти твои обеды, красные шторы. Я уже извинилась за эти чертовы шторы. Это твои вечные извинения. Ты как тебе не стыдно? Ты не понимаешь, что я все это делаю для тебя? Я прошу тебя, пожалуйста, не кричи. У нас была нормальная жизнь, нормальная работа. У меня была квартира. Я все это бросила, чтобы приехать сюда. Перестань. Чтобы оказаться здесь, и ты меня вышвырнул на улицу, как собаку, только потому что я достала тебя своим вниманием. Чего вы кричите? Спроси у своего папы. Кажется, он пытается выгнать меня на улицу. Только прекрати это. Папа, я хочу к маме. Хорошо. Мы поедем к бабушке. Ну, прости меня, ну, пожалуйста. Да я не должна была, я знаю. Ну, пожалуйста. Нам нужно пожить отдельно. Нет, ну я не хочу, чтобы ты учил. Слушай, да, ты права. Мы слишком поторопились. Давай поживем какое-то время отдельно. Ты поживешь здесь, а мы поживем у мамы, хорошо? Я не отдам своего сына. Слышь. Пап. Почему она? Тетя,
просто пошутила. Не обращай на нее внимания. Все хорошо, Антошка, все хорошо. Поедем к бабушке сейчас. Все хорошо. Папа с тетей Машей поругались. И папа сказал, что мы едем к тебе. Раздевайся. Давай курточку снимем. Сейчас я тебя покормлю. Давай поговорим. Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Понятия не имею. А Алина? Мамочка родная, ну правда. Прости меня, я знаю, тебе тоже от меня досталось. Но, пожалуйста, сейчас все, что было между нами с Алиной, не вернуть. Но если ты действительно хочешь... Мама, ну, пожалуйста, Алина... правда, ну, пожалуйста, ну, мама! Алина. Что тебе нужно? Просто хочу, чтобы ты меня выслушала. Говори. Я только теперь понял, что то, что у нас было, это было... Это была скучная жизнь, и она тебе надоела дальше. Я не знаю, что со мной произошло. Я все испортил. Я бы хотел, чтобы ты меня простила. А что это изменит? Ладно, я поеду. Антошка сейчас живет у бабушки. Ты можешь видеть его, когда захочешь. Спасибо. В общем, у всех алиби. Так уж прямо у всех алиби. Ну, не у всех, но... Короче, из тех, кого проверил, никого подозрительного. Значит, техников камер мы вычеркиваем. Вычеркиваем. Остается только полиция и ДПС. Ну, или просто наблюдательный автолюбитель. Они же тоже могут знать расположение камер. Честно говоря, наша версия о том, что он объезжает камеры, вовсе не значит, что он обязательно мент. Хорошо знает камеру, хорошо знает местность. Таких суд. Пожалуйста. Прошу. Кто это? Сказал, что твоя жена. Это правда, Марк? А еще она сказала, что вся компания построена на ее деньги. И что все здесь ее. Потребовала меня провести экскурсию. Кажется, была пьяная. Пришлось силой выставлять. К-
Кто эта женщина? Моя жена. Бывшая. Та самая? Но я ей сказал, чтоб вернулась, когда ты будешь здесь. Куда она поехала? В торговый центр. Мне кажется, так уже. Да, определенно. Девчонки, слабо в шампанском. Там священное селфи. Давай рядом, давай вместе. О, шампанское. Класс, спасибо. Классная прическа. Ну, за прекрасную половину человечества. Спасибо. Всего доброго. Я очень рада, что вам понравилось. Ну как? Тебе идет. Поцелуемся? От тебя пахнет алкоголем. Ну, знаешь, я барышня взрослая и с некоторых пор даже независимая. Поэтому хочу халву ем, хочу пряниками закусываю. Так о чем там речь? Слушай, ты была права. Зря я тебя сюда притащил. Да брось. Мне здесь уже нравится. Послушай, я договорю. Я жил в иллюзии. Теперь я это понимаю. Я хотел восстановить прошлое, это невозможно. У меня уже есть семья. Я буду платить тебе хорошее содержание. Ты не могла бы потише? А ты не мог бы свое содержание засунуть в одно очень интимное место? Чего ты хочешь? 70%. Что? 70% от твоего, то есть нашего бизнеса, который ты построил на мои деньги. Ты с ума сошла? Ты знаешь, какая капитализация у компании. И все это благодаря моим усилиям. Твое предложение. Десять процентов. И даже этого слишком много. Да, наверное, ты прав. Я ни черта в этом не понимаю, поэтому тебе позвонит мой адвокат, и вы с ним потолкуйте. Думаю, договоритесь. Алине, привет! Спасибо. Угу. Я так рада, что Марк вразумился и наконец-то от этой ушел. Ой, глупый мальчишка, он добрый. Ты же знаешь. Лариса Викторовна, не надо. Ну, прости. А вы-то тут при чем? Я понимаю, что он глупый мальчишка, но мне кажется, достаточно взрослый, чтобы не просить маму. Ты думаешь, что... Думаешь, что это он попросил меня с тобой поговорить? Да ты что? Он никак. Никогда. Мам! Вот, это тебе. Сам нарисовал? Да. Здорово. Ну, похоже. Похоже. Очень. Thank you.
Ты знаешь, когда Алина ушла, Антон сильно плакал. Я его еле успокоила. Но я знаю, что Антон любит Алину. Верни ее. Мама, я слышу это 5 раз в день. Ну, хватит уже. Ну, ты знаешь, вот в таких сложных ситуациях иногда срабатывают банальные вещи. Возьми, купи ей мама, цветы. Хватит. Красивые. Вчера не прав. Больше такого не повторится. Ты прости, я сама виновата. Мир. Мир. Ну давай, что ли, обнимашки. Пап, привет. Привет, не вовремя? Вовремя. Ты знаешь, мне кажется, что за мной опять кто-то следит. А мне кажется, что ты просто психуешь. Из-за Насти, из-за мужа, из-за новой работы. Тебе бы съездить отдохнуть. Ага. Или подлечиться. Ладно, пап, все, давай.